Ваш очаровательный карапуз со сосредоточенным выражением лица декламирует: «Нася тая голька пачет, улаила вечку мячик». Безусловно, если крохе 1-2 года, то подобное прочтение известного стихотворения вызывает у родителей только улыбку, а вот если ребенку уже исполнилось 6 лет, то ситуация принимает серьезный оборот. Что с этим делать, куда обращаться? На этот вопрос нам сегодня ответит логопед Сардана Сидорчук. Доброе утро, Сардана. Доброе утро. Итак, скажите, пожалуйста, в самом начале, да, когда нужно обращать внимание, что у ребенка есть дефект речи? В каком возрасте? Уже на развитие речи ребенка вообще стоит обращать внимание с самого его рождения. То есть когда гуление, да? Гуление, лепет, первые слова в годик, появление фраз в 2,5 года и появление уже всех звуков родного языка в 6-7 лет. А когда нужно уже обращаться вот к специалисту? В каком возрасте? На проверку надо подходить где-то года в 2,5. И если невролог, логопед ставят вам диагноз задержка речевого развития или небольшие проблемы со звукопроизношением, то тогда уже следует посетить несколько занятий для того, чтобы понять, в какую сторону движется развитие речи вашего ребенка, какие меры надо принимать дома. А вот куда нужно обращаться? Потому что я думаю, что не все наши телезрители знают, да, куда идти с этой проблемой. В поликлинику. Свою районную поликлинику. Свою районную поликлинику, да. В частные центры. Сейчас их, слава богу, много, но... В детских садах, может быть, да? В детских садах обязательно проконсультировать. Но детские сады обычно перегружены, поэтому родителям стоит проявить немножко настойчивости. И тогда, возможно, получить консультацию логопеда лично. А вообще, какие дефекты речи существуют у ребенка? Вот «наса», «тая», там, это как вот картавит, я знаю, да? Да, нарушение звукопроизношения, да. Это вот шепелявый, когда неправильно выговаривает, когда язычок просовывает между зубами. Тоже фигматизм это. Не выговаривает звук «р», либо искажает его. Вот когда искажает, это уже очень тревожный звоночек, потому что легче поставить звук, чем потом его скорректировать. А как это искажает? А что вы имеете в виду? Ну, то есть вместо... горлом говорит «г», например, «г». Вот это картавость, да? Да, это «г». На «л» заменяет, вот, тогда «лот». Там. Ну, если в 4 года это еще нормально, то в 6-7 лет уже стоит на это очень сильно обратить внимание. Переставляет слоги, буквы, «петерь» говорит, например, вместо «теперь». Это дислексия, да, по-моему? Дислексия – это нарушение процесса чтения. Когда ребенок уже знает все буквы алфавита, но никак не может понять, как их сложить вместе. В слово, в слоге. Но это тоже проблема, логопедическая проблема. Да. Если он очень часто ошибается на письме, путает звонкие, глухие, свистящие, шипящие, тоже так же переставляет лишние слова, неправильно склоняет на мужской, женский род и так далее. Это тоже все проблемы, которые могут... Вы так страшно все рассказали, да? А вот в каких случаях можно вот проблему решить дома самостоятельно с родителями, да? А в каких случаях уже нужно идти к вам? Простые артикуляционные упражнения логопедические для мышц речевого аппарата можно найти сейчас в интернете, может это делать любой родитель вместе со своими детьми. Естественно, это должно быть весело, забавно, хорошо, комфортно для ребенка, да. И если у него нарушен только один звук, ну или два звука из одного ряда, то, конечно, это можно дома все решить. Но если проблемы какие-то серьезные, да, то лучше обратиться к специалисту вовремя. Чем младше ребенок, тем быстрее эта проблема решается. А вот школы, вот, если увидят, да, что у ребенка вот какие-то дефекты речи, они могут его не взять в школу? Или это из-за ряда мифов? Нет, они его не могут не взять. Они его не могут взять в школу только если тогда, когда... Нарушение речи является одним из симптомов какого-то его заболевания уже. Тогда его отправляют в специализированные классы, в специализированные школы. Но само по себе нарушение речи не является поводом для того, чтобы его не приняли в школу. А сколько времени потребуется на устранение дефектов речи? От 2 недель до нескольких лет. Да, так долго. Да, да. Это зависит от того, с каким диагнозом и в каком состоянии ребенок поступает к логопеду. А почему вообще дети вот коверкают слова, неправильно говорят? Вот в чем причина? Например, я слышала, что вот мое поколение, да, ну и раньше, да, все-таки меньше было детей, вот, которые вот коверкают слова, чем сейчас. Вот с чем это связано, как вы думаете? Над этим многие логопеды думают. Но вообще дети же наследуют определенную предрасположенность к речевым нарушениям. Не само нарушение, а предрасположенность. И каждый раз, с каждым поколением оно растет. То есть если вы передали, потом ваша дочка передала.
так, да, вот, да, и так далее. Только предрасположенность. Вы можете говорить хорошо, но предрасположенность к этому есть. Потом накладывается экология, течение беременности, ну, разные такие факторы. А телевизор, который сейчас стал собеседником для многих вот, детей, как-то ну, может? Речевые нарушения в основном возникают еще при внутриутробном развитии, предрасположенность к ним. Ну, а гаджет, ну, как мы без них? Просто ограничивать надо, разумно надо, тогда не будет. А еще я слышала такое вот мнение, что двуязычные дети также чаще сталкиваются с дефектами речи, чем если ребенок говорит на одном языке. Это так или нет? Это билингвизм, да. Но он связан не с тем, что ребенок на двух языках говорит, а с тем, что была не создана неправильная речевая среда. Потому что ну, очень много детей, которые знают 2, 3 и более языков, и они отлично владеют всеми тремя языками. И у них хорошее произношение. Отличное произношение, богатый словарный запас. То есть это не с этим связано, с тем, что неграмотно выстроено, путают ребенка. А вообще, нужно ли исправлять, да, вот эти вот дефекты речи? Допустим, у моя подруга, у нее ребенок так мило шепеляет, и она считает, что это очень мило, и она отказывается, да, идти к логопеду. Хорошо же. Нормально, все понятно. А вот зачем исправлять? Ну, в этом случае следует подумать о том, скажет ли вам ребенок спасибо, когда вырастет за то, что он так мило шепелявит всю жизнь. Взрослый, да? Взрослый, да. Как это отразится на его психологическом состоянии? Потому что для мамы он, может, мило шепелявит, а для одноклассников вдруг. Смешно, да? Да, смешно как-то. Поэтому ну, стоит о ребенке подумать в этот. Что ж, огромное спасибо, Сардана, за то, что приняли участие в нашей утренней программе, за то, что нас так бы смотивировали, да, устранять наши дефекты речи.